Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти? Иди сюда. К бою! Убери оружие. Что? Пошла жара! Выносим его!
Здрав буди, выбросоустойчивый. Как насчет выпить-закусить? Привет, наемник. Вот ты стала быть какой. Так, ты пей и слушай. Бутылки. Влад, закругляйтесь с разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Ну вот, Лебедев сказал, надо бояться. А жена, значит, со сковородкой поджидает. Сталкер на карачках, полз в квартиру, достал гайку, метнул в сторону туалета. Жена это дело молча так наблюдает. Ну как, проветрился? Как не знаешь? Это второй форпост! На нас напали мутанты, просим помощи! Все, хватит разговоров. Случилось еще... Отлично! Суслав, сейчас у тебя будет боец. Выдай ему все необходимое для задания. Принято! Наемник, поторопись. С возвращением, друг! Наконец-то! Вот, держи! Это база...
Уже спрячь. Сталкер, хочешь попасть на сухогруз? Прячь оружие. На нашем судне оружием не машут. Будь добр, спрячь пушку. Тут это, у султана, короче, разработки. Как говорится, есть. Добро пожаловать на борт. Здравствуй, сталкер. Попутного ветра. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Мастер. Новичков нынче как собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да где не спрашивал, все до задницы. Вообще никаких слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Ничего, потерпи. Через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся силы.